На приеме,
голову. Дэн. Сыри к себе. Еще шире. Один. Уходи, толкай. Хорош. Давай, Серёг, твой право! Ну!
Есть, есть, есть. Давай, давай, вышли. Спокойно, заходи. Право, 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 Влад, право, Влад, право. Уже, один на две, один на две, совсем один. Ну а двое, двое. Один, один, есть. Давай, я, оставляй, оставляй, оставляй.
Назад уже. Вперед, этот? Давай, давай, давай.
быстрее! Братарь,
да, Макс, да, да. Сходно, Макс. Прям прихватили. Да, Макс, да. Иди, Андрей. Ноль патриот. Камни с полоса. 35-я минута у этого. У Куртима не забили пенальти. Ну, что, друзья? Это дивизион.
Патриот сейчас с Ukrainian Team. Счет на табло 1-0. Патриот впереди. Но напомню нашим телезрителям, что Ukrainian Team не забили пенальти. Вообще у нас сегодня день незабитых пенальти. В каждом матче это присутствует. Но Патриот сегодня выглядит намного интереснее, чем это было на прошлых выходных. Что ж, Ukrainian Team близок к тому, чтобы потерпеть первое фиаско. Понятно, что играть еще очень много. Но данную минуту они горят. Очень агрессивно играет Патриот. Борьба за каждый матч. Не ошибаюсь, даже тренер Ukrainian Team вышел на площадку. Вот это как раз на 24 номер. Если я не ошибаюсь. Ukrainian Team пока не 100% результат, у них 3 игры, 3 победы. Патриот сегодня сыграл ничью, по-моему, да? Да, 4-4. 4-4 не было, хорошая тоже перестрелка. Они даже вели в счете, потом Олимпик отыгрывался. Хотя Олимпик начал, да, более бодро, как бы, но смотрите, камбэчик, первый миг под поединка. В первом тайме у Ukrainian Team моментов была просто тьма. Они должны были забивать хотя бы штуки 2, должны были точно забить. Ну, моменты были, голов не было, а вот Патриот забил. Они даже вдвоем в одного вратаря и не попали в свет. Но это может быть, потом они могут вспоминать эти моменты, если они не смогут забить. Вот это опять хороший момент. Перекладина, вы видели это все сами, друзья. Фу, блин. Да, хорошо. Отличная атака, все было разыграно по мини-футбольному уже, как бы. Прям последний пас туда и только попадаем, ну нет. Нет. Как вам судейство? Интересное очень. Ваша. Ну, на пятерочку скажу нет, но четверочку можно, наверное, думаю, давать. Нормально, так? Да, нормально. Ну вот все пенальти, которые сегодня были, их было по делу, три, да? По-моему, или четыре. Да, все по делу. Сближайся, Сергей, сближайся! Ладно, когда ты как бы не боишься ставить точки. Месси, я так понял, Месси это 9 номер, но на Месси вообще 10 номер, вообще не подход. Это же так. Может, потому что не десяточки. Удар идет. Вот гол Патриот, конечно, забил очень красивый. Красивый, да? Грубо говоря, с центра поля перекинул вратаря в дальний угол. Грамотно, да? Да. Это был игрок, который сейчас с мячом. 77-й, если не ошибаюсь. 77-й? Да, он, по-моему, и забил гол. Не вижу. Сейчас. Вон он, а, понял. Правый защитник. Такой уже возрастной парень. Да, гол положил, конечно, красивый. Что ж, давайте сторисом отметьте его в инстаграме, в тиктоке. А у Картима был пенальти на 26-й минуте, на последней минуте. Ukrainian Team. Ой, и снова Стороженко. Андрей, капитан команды, имел очень хорошую возможность все-таки выровнять этот поединок. Но по моментам, конечно, Ukrainian Team создает много, но надо же забивать, друзья. Ну да, очень много создает. Если столько транжирить, то можно и... Патриота в первом тайме вратарь раза 4 выручал. Там должны были залетать просто. Вот видишь, бывает такое, да, что команда вроде создает больше, но она проигрывает. Забили пенальти, не реализовали кучу моментов, и только что мы с вами видели очередной хороший розыгрыш, который привел переклад. И снова Ukrainian Team продолжает доминировать.
А Патриот сюда, судей всего, играет по счету. Да, как бы две игры подряд, это очень тяжело. И Гренитин тоже играет вторую игру подряд. Они играли просто там на плеер-площадке. Да. Абсолютно в ровных условиях команды. Но лавочка у Украинского тима побольше будет. Согласен, тут да. У Патриота только три человека. На замену. Ну хорошо, что есть обратные замены, ты можешь наесться, вышел, ну так и можно это, делать такую ротацию, в принципе. Можно не сбавлять обороты игры. Хорошая передача идет. И ну что? Ну что? Ай-яй-яй-яй, мне кажется, чуть-чуть затянул он. С ударом или с передачи сильно туда ушел. Ну и никто не откликнулся на этот прострел. В любом случае, как бы не завершился поединок, Гренин Тим нравится на старте сезона. Очень хорошо они выглядят. Ну и Патриот. Сегодня они однозначно интереснее, чем на прошлых выходных. В прошлые выходные они были сладкой булочкой. Сегодня они выглядят таким боеспособным коллективом. Я, наверное, схожу за медиком. Просто беги по нему. Быстрее, пацаны, давай быстрее. Давайте 10 минут. Парни, дорогая, 10 минут. Вперед, справа возьми. Нет.
Давай,
Нахуя вы ломаете, пацану? Он же не прыгал ему сзади. За что? Блядь, вы можете ебальники закрыть? Это твоя судья, блядь! Есть судья! Судья есть, нахуй устраивай! Я еще раз говорю. Да нихуя не было, только красная. Только красная и на хуй. Там красная только вратарюк. Там красная только вратарюк. Блядь, на хуй. Двумя руками выкидывает. Причина есть, пацаны. Я возьмем. Какая разница, но это рукопреклад. Согласись. Подожди, он сначала меня выиграл. Давайте потом поговорим. Не, ну я не понимаю. Ну смотри, но это тоже из этого не всего, знаешь? Я согласен. Кида, иди, иди. Трое, Саня, ты. Трое, да. Нет, я говорю, что... Стали, трое! Видео у нас будет какое-то, да? Мы поймем. Там красная карточка, все правильно. А он поддал красную? Да, да, вратаря поменял. И их семеро, семь человек. Все, стоим, так и стоим, да. Ну, просто потасовка, а так все... Браво, Андрей, браво! Не, ну все нормально, я не понимаю, зачем они полезли. Ух. А сейчас ничья? Да, 1-1. Давай, 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 играем! Какой у нас мер? Сколько осталось? Одна минута. Одна минута, может быть, какую-то минутку добавить. Да, 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 да. Сзади, 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 но! В таких случаях карточку будет красным сразу. Не, ну он сразу дал, просто я не понимаю, зачем патриот полез. Ну, там. Не знаю, вот это вот да. Ну, я дал, такие вопросы. Грубо сыграл, все, ушел, дисквалификация. Ну, блядь! Да все, хватит, мужики, давайте играть в футбол! Лицо! Украинянтим завел спинальти. А? Гол Украинянтим завел спинальти. Все-таки пенальти завел. Еще один. Да, еще второй. По делу было? Да вроде да. Ух, ой-ой-ой-ой. На последних секундах. Ник, Ник, сзади контроль! Ник, сзади! Сами видели, друзья, эту развязочку на последнем добавленном моменте. 51-20, да. Ребята, не расслабляйтесь!
семером. Да? В меньшинстве Ukrainian Team забивает голы, я думаю, наверное, станет победным. Я думаю, да. Андрей, к тебе, Андрей, к тебе! Да, Петрот, может, не хотелось сесть. Додержать хотя бы мячи. Хотя, если честно, на поражение Патриот не наигрался.